часу. Немко дмитає здук ясе. Тивіджу даний талун програма. Студія Анастасія Тюріна і випускан Соми Мечерис. Метто чана ін'ясти. Об'єкти фактично готові. Природа і создан. Регіон Савєшкедлишлищ Уджвачищ, Вилиской горд районин. Ляпка лишін воджин. Вуклиса улущу ясе скоро не запточний бален. Радюйтана Каня Керка. Если мне это нравится, я приезжаю и делаю. Ухтаса Яриган, Черпасалына, Кирка, подъезд яс. Владимир Уйбачук, ты с регион Саембур, Министерство Лыдаштыны, ЮР, Кажем, Пошелокен, Гидроэлектростанция, Кужа. Муга саджины, инвестор ясэс. Регион Савешкадышлыш, Уджвачыш, Уджала, Койгород районы, Севетлес, муниципалитет Саммет, Тычана, Иньясты. Тыдмашис, Форель, Ювмадан, Умыскад, Ювда, Яйса, Чесузалыш, Яскад, Даджишлес, Овшественник, Яскад. Пачка Жукавишталас, Татьяна Супряткина. Койгород Савичмо Олмес, Могмана Евдаяян, район со школа до сад яс. Новотлана продукция Савичек Орча Сыктыв районен. Гоже ман лыштаны кык тонна ев луннас. Ты в нас кык пав онжик артман. Вычаны вы, нык, рыщ да сыр. Кык волсаян, вильмадесны кырм заптан оборудование. Таву кысины вужадны ев завод, автоматика, производство было. Всячески тоже помогаем. Он входит у нас в международные бюджеты со своими проектами. И вот то, что у нас соглашение с Мондибизнес ЛПК, там же у нас 60% на поддержку как раз малого и среднего предпринимательства, и он тоже всегда участвует со своими бизнес-проектами. Поэтому всегда стараемся, кто работает, тому помогать. Кажемся, черевиджан Омас бара завдитис ащус уч. Вид воса янтаны омаль вавасна, никому чур стонна чери плодис. Лыны йос пьян савайсна Сосноворскса Омасыч. Нёль вон мы впала на соттаны, лыд яс никому пэв. Она очень чувствительная рыба, форель. Это вообще это не ее место. Это совершенно... Ей проток нужен, очень проточная вода нужна, холодная проточная вода с большим количеством кислорода. И если делать ровный слив, то где-то протока будет. Форели много, карпы, пожалуйста, запусти, он тут будет с удовольствием жить. Кажемся водохранилищем. Щурс окмыщу. Щучин даскакем садвоон на шуисны вырва памятникан. Даскака двоон таны нодисны. Жонь тачан уджияс, но тая эстермы. В 2012 году провели работы. Соответственно, когда проводились эти работы, по сути, разделили на два этапа. Первый – это обустройство бетонной конструкции, которая была завершена в 2012 году, ввели в эксплуатацию. И второй этап – это должна была укладка по старому руслу двух труб диаметром 1420 мм. Это непосредственно необходимо было для регулирования уровня Кажемского водохранилища, потому что данные конструкции, шандоры, не позволяют очень часто маневрировать водным потоком. Вот. Но в связи с тем, что на тот момент федеральное финансирование прекратилось, данная реконструкция не была завершена в полном объеме. Некому на Восаянке под лесным юалом, кажемся, водохранилище, гидроэлектростанция, во что мелочь медом, мог бы днащик ЦСС Асбен, но юалом Асиджи Колис Кабалавлен. Надо возвращаться к малой гидроэлектростанции, потому что сам Бог создал. Нельзя здесь. Я думаю, что надо просмотреть инвесторы, это не обязательно Росгидро вовсе. Просто ну, объекты практически готовы, природой создан. Все красная плотина, все на месте. Койгород Сабольничан, мычадыс специалист яскад абу, самон офтальмологыс танвитчичан. Нышта дас студент, велочыны целевый учта шерти. Оланынын ставны самогмадысны, ужадысны район сагустиницалыш джинсы медики аслы. Сегодня просто я душой отдыхал, когда смотрел вашу районную больницу. Понятно, что все вокруг человека, вот, которые и Лариса Юрьевна, и Вадим Сергеевич, и вы, которые все, в общем, понимаете, что это приоритет. И, вот работают, занимаются, решают вопросы, они не слюни распускают. И есть очень хороший объект, очень хорошая, замечательная инфраструктура. Мы даже вот сейчас, когда смотрели больницу, я сказал, что в следующем году, Бог велит, надо будет провести на базе ЦРБ съезд сельских врачей Республики Коми для того, чтобы поделиться опытом. Для этого еще, естественно, там больницу дооснастить,
вот, добелить, докрасить ее и сделать вот такой вот съезд республиканский на базе нормальной, хорошей ЦРБ, чтобы люди видели, что есть над чем работать, есть результаты, когда этим занимаешься. Владимир Уйба, Чоктис Джоньмичалон Министерствовал, Вайны, Койгурца Больнича, Новладлан УЗИ, Аппарат, Ари Гуднин, Таны Вичишин и Мобильный Маммограф. Татьяна Супряткина, Николай Богданов, Юрган, телеканал. Удороса разгордороша джисны бурака хлорда амияка дащу жимбалон и даст кукы снапиеш кушаеш тайлыш юртыс МЧС. Кыты штачам дозьясы словысны он и туялыны да бурыдыны наяс. Так и да удороса администрация куры солышясыс заражу тамин ястыветлыны маскаясын. Осков сутны войт яс либо порошок сорас ясвылы. Оспойш воштамны форточкаяс. Войвы в Европален медиджит Юля апкалам воеснен вук тылыч, гидромедцентр лады скардорын пыж яслыш, щек даветлым илыш, и вещу гвермасны дугадны вашыты. Август нюлет лункажла усть кожва гидропостын ваэс острымы сантиметрамында. Пыж яс вермасны букшины ляпкадыны. Вук тыл саулыш яса свечуштам лом тряс комитет кора заптышны ваан. Каштыштам республикан тая өти кармый орам ауджид муыш. Машынан воочыны сэтче позже сымын паруман. А Сыктывкарын быт воща кослон, юркар некомын район кынче колесватек, но наэс кода изудит заптышны ПГБ эз воштыны. Кывшетан Александр Чувюровлы. Юркар талун суткий кежлы колесватек. Унжи колыш дащтыщись тая кослон кежлы заптыщись ваен. Кода изудит налы васты ваены машинаен. Летом она и дороги моет, поливает. Гожем на свет ту ясмычка да кечкала, а то в нас лен ну распуктаны пурт, медем лумбе самны, ну что, те луа коэла да туйся дырта, медем эзв вилид. А пучка скавичедлены та на ужала гидравлика. Вас машина анджикеч помашла гежеда, пуржик тырмы ставыслы. Тавыс на усков яндычны кослуны ветлетлены ведраан. А котло кататырны, мила ездлы комы сутки чеш овны ватаг, сокушем очакыв. У нас один водозабор в городе, да? Венкарын сымын өте водозабор. Коды васы бочты ваш, да нуады весаланыны. И нышта өте весалан сооружение. Коны даштыны васы, вылыске миян күква боштанын. Мешке вермем чередан ужалны. Медем товина бура, медем этвы в авария насосный станциян. Менды быть колы тупкымны васы. Орбита, вылыск даулыс човесын, талун ВАЭС М. Налын вылинекыш визута көжедіз. Асо ловасы сэшым луныз, корсэша некор, карсаяс оскольны ватыг. Гашкай ловас, на оз мендырье. Александр Чувьюров, Евгений Стокос, Олег Жуковский, Юрган телеканал, Сыктывкар. Сыктывкар саурбита микрорайонын школа кодилышне кымын вонин ветланы легенда свекже вощас шентябрю тедлуна. Но сыны пашка час Пушкин нема гимназиалан корпус. Сылан шыр стройбас кишен вэн, тачам кывкарты двучис администрация. Нышта некымын стычмадам кутасны велочыны вита да сутиет класс ясно о сымын гимназиясыш. Стройба судамун ясла вуасны и орбитаса өткымын школа аш велочыш яс. Когда мы понимали, что мы приближаемся к окончанию работ. Корми гыгырву, мы матыщам, уж я щигыртым дура, корым котыр, мы кута зажиретный объекция, водичины сын, тая Пушкинская гимназия. Ная подрядчика, да виджедены инженерная везья, скабалая слудены эмбур, мы в ужасналан балансы, ужалам топыда. Мыт шупыт, челяди свежем, тайлыш юртлысны общественник да депутат яс рейд яздырген. Воль школа орбиталан мыт туйбокын и сеты ветлы уна машина. А он имени друга жила сутлам, видео да реклама. Коронавирус кужа вул лутпас яс кумин вишмасна нышта нелямын чужим морты бурдысны укмызда скыкан. Уламса вишем нос кыхнер палышлыш. Сыч став нас регионын ковидыш кушеснынин квайтымын өте морт. И сумы тайлыш юрты. Регион Савечкадлышлыш Ужвочищ Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 5530 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 47 человек. Под медицинским наблюдением 2433 человека. Выздоровели 4336 человек. За сутки мы хорошо выздоровели 92 человека. Более 2000 предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций республики
получили субсидию на профилактику коронавируса. Общий объем субсидий на эти цели составил 71,5 миллиона рублей. Выплата предоставляется единоразово и составляет 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Субсидию получают социально ориентированные НКО в сфере дополнительного образования и предприниматели, которые работают в гостиничном бизнесе, общепите, спорте и дополнительном образовании. Сегодня я встретился с заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Алексей Михайлович Серко приехал для того, чтобы мы обсудили вопросы взаимодействия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, организации поиска и спасения людей, в том числе на водных объектах. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития противопожарной службы и пожарного добровольчества в республике. Воркута и Ухта стали победителями конкурсного отбора на получение средств из федерального бюджета на создание модельных библиотек. Это конкурс разыгрывался на 2021 год. Конкурс прошел в рамках нацпроекта «Культура». В результате 10 миллионов рублей получит Центральная городская библиотека имени Пушкина в Воркуте. И еще 5 миллионов рублей получит детская библиотека в Ухте. В этом году в республике за счет федеральных средств в рамках нацпроекта проводится модернизация одной библиотеки и 8 модернизируем за счет бюджета республики. Кроме того, еще 4 модельные библиотеки откроются на базе возводимых социокультурных центров в селе Усть-Ухте, поселке Ченья-Ворок, деревнях Горьковской и Карпушевке. Организации и индивидуальные предприниматели республики смогут возместить часть затрат, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма. Субсидии предоставляются на укрепление материально-технической базы в рамках республиканской программы развития культуры и туризма. Размер поддержки составит до 700 тысяч рублей в год. Уважаемые жители республики, это все основные новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра. Вошвой боршевик пашкала комин. Туялы сейчас черти судны съесон инверме. Кучинин съесес буродлене лучкане, кюшталане химиасорас ясен, пили пужены вещи кунтене. Стоит жика, будем у нас репортажен. Боршевик катышкачный кутис не вильног, заводитись не резны гербицидом. Лучком черти сия лег будмакса вия вужьеджис. Мортлыш пемыс яслыш джонь виджалун осшикад, но ужалышлы коди реза турунца быть кола пашкавны виджан костюм. От химиан ковмы ужавны даст час быдлун. Работа проходит нормально. Ну, конечно, немножко жаркие условия. Уджмуна бура, дерт, жар. Костюма нужавны щекут, йона пышалан. Гербицидыс еджас мочь, вужьеджис. Мечерыс, медзерьяс учца эз падмадны. Есть несколько, конечно, технологий по уничтожению борщевика. Эм некомын полос технология. Мы йоцаган, вияны ачгумса. Но карын, бокын, буржик резны гербицидан. Кирован боршевик кад важен тышкашены гербицид отсаган. И эмышнин буркыв кыртыдес. Сыктывкарын тая гожевна срезасны вичо щурст квадрата метра паштаму. Квай тымын кык участок. Кирка Юрьясын ажгумка тышкашены управляющий котурьяс. Найо, яда быдмаг важмос ычканы, да нуаны свалкавлы. Но некомын вежен мышти боршевик бара чепосе. Тавыс на гожем нас ковмы куимышкам ин ычканы. Эффективно есть, конечно. Дер тылкы сэм. Куим вежен оз куд дозмадны, но сэща бара щё двыр кодло. А челять таны пыр котраланы. Тавыс на ковмы пыр ычканы. Торьеннин ручейнэйн, зэву на быдмы. Тавыс на гербицидан резам бурджик. Шуаны специалист яс. Оз ковунадны. Мы ажгум пачкача да овмача зэв ыдья. Кыть кучам климат дырьи. Медым джикач быродный боршевик, колосие стравитны некомынво да быдлан. Надежда Бушенева, Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, Юрган, телеканал Сыктывкар. Ухтаса ярига пошелыкын эмнен нималана каня киркам. Келерлыс шинма рыжы комачи смущер перищ яслан улица Нюлет киркан. И шерпалысия с Евгения Остапова. Сыкатын мадас Наталья Муравьева.
Барсік, боб, стін вився та якань це шуено у нанок і став не селеню м'ялене. А кот щурея свечені селфі. Чилядь віще кутлене віщтала автор. А заводі чи ставис под'їзд пілька демщань. Ми з сусідями перенесли скамейку. Мій сусід є скидваєм скамейка та чайюре, шуєм кращітне. Все ще кращітим под'їзд, а олище стоди з ними мішер пасалищ. І визвісне мічмедне, сумі й мивпиште. Сусід є звезісно у натор, но автор вели асмивдор. Віджедлис у на фото, кань є сашерпас яс і оті йона вол щолем влас. Сієй лоус прототіпен. Но щерпасалось рижей да келідлес щінман. Кучем віресе, щирала Євгенія. Ставли кісе скажетче, киджі кірка віршемис. Благодаря Євгенії Осіпові, нашій художниці. Євгенія Осіпова весна міялищ под'їзд тиден став пощолокин. Око та мід'їж чоч бо щасне да отца щасне, мічми да снащини з олем. Євгенія щерпасала ічечаніс, вілечіліс ухтаса університетлен архітектура кафедран, прийдітис у на курс. І аджіс ащса щерпасалан да декоративне іскусствоан, вичіс полімерне щоїш мічатор яс. А он і йонжика щерпасала да бочте керка пучка з мічмедом кужа заказ яс. А мука дир'є і сотаджі дон бочтег. Корка щерпасалес і дітсадиш віранда. Мені нравится, когда людям нужно что-то. Мінім воощелем вилекор йозли мийка кола, мінім гіжене. Женя кола вичн таєс да таєс. Мінім ка кажече воа і вича, пурджик тая мінам пучка скосьєм яс. Торєн нін кань бирин уна заказес, но буттар виле косічне Євгенія Ланкадес або і мивпис унана. Щерпасавне мукат под'єзд ясен кань ясес. Дєрт око та тамог щорнічіне керка анвєшкад ланкотиркад. А Євгенія Лан медведжа каньєс іше да єзес пелькадне керка яс. Одвичне азгагар мічлун вермаз бид око тітиш. Тамогиш або бить лони щерпасалищен. Наталія Муравйова, Юрган Телеканал, Ухта. І те, з дуки жлем'ян стави, свідчиде Юрган Телеканал «Воджі».